Во время Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт играл важнейшую роль. С его помощью из зоны боевых действий эвакуировали население, культурные ценности, оборудование промышленных предприятий. Он обеспечивал перемещение продовольствия, оружия и солдат. И вот исторический момент. Воинский эшелон прибывает на станцию Понари. Сегодня знаменательный для нас, для железнодорожников день. Мы сегодня на вечную стоянку будем ставить воинский эшелон. Паровоз и ряд вагонов, которые в те времена вот так и здесь сражались на этом участке. Это вагоны двухосные, это вагоны именно тех времен. И их мы все восстановили сами своими силами. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция вокзала станции. Он станет не только красивым и комфортным для пассажиров, но и культурным центром для горожан. Жители и гости региона встретят его абсолютно новым, как внешне, так и внутренне. Ремонтируют платформы и зал боевой славы. Благоустроят и территорию вокруг. Появится сквер и детская площадка. Все изменения станут частью единого мемориального комплекса. Ну и самое главное, это наши входные ворота Курской области, вокзал Понари. Поэтому и цвета вокзала, вот он сейчас светлого цвета. Когда пассажир будет въезжать, он будет четко знать, что он попал на святую землю. Увековечить память солдат многонациональной страны, которые на Курской дуге сломили хребет фашистам. На станции Понари разместится интерактивный музей в честь воинов-железнодорожников. Здесь, на нашей Курской земле, происходило, наверное, самое основное сражение. Северный фас сегодня считается той основной битвой. За каждый клочок земли здесь было пролито столько крови, столько жизни отдано для того, чтобы переломить ход войны. Память, она всегда бесценна, и мы обязаны ее сохранить. Уже 23 августа, в день победы советских войск в Курской битве, обновленная станция Понари встретит пассажиров патриотической акции «Поезд Победы. Дорога памяти». Кристина Леонова, Диана Горяйнова, Сергей Дорохов. События дня.